Итак, мы продолжаем кооператив. Отдали нам долбанную игру. Ubisoft, сука. У меня ее не забирали. Вот этот гад, блин, купил на диске. Я, блин, купил в стиме, во предзаказе, голд долбанный. И толку. А у меня боксовая, никаких проблем. Все супер, все работает. Ничего. Никаких вообще косяков. Итак, мы продолжаем кооператив. В общем, сейчас самые лучшие моменты попадут в мой выпуск. Чё, погнали. Вот он ты. Подожди. Сохрани процесс совместной игры. Будут сохранены вот опыт, вот рупи, кармы, навыки, основные трофейные предметы. А, вот ты ж такого не было. На. А, ну сохраняет, да? Да, все сохраняет. И поэтому, дорогие любимые братья Опа. И сестры в Акерате, никогда не ешьте кератский крабовый рангун. С вами... Офигеть! Джайгейл! Ну вообще! Слушай, дай я пожму тебе руку. Я следил за тобой, ты делаешь очень хорошее дело. Значит, ты парень с радио? Да. Как он заебал. Это я. Голос свободного керата. Раби Рейрана! Вот, за тобой сила. А мое оружие — слова. И, как говорят, перо острее меча. Короче говоря, я как Раш Лимба, но с душой и совестью. И чем больше людей я отвращу от Пейгана, тем меньше ты убьешь. С этим не поспоришь. Но я-то сам могу не так много. Я несу правду и обличаю лжецов. Но кто-то должен испачкать руки. Вот глянь, например, на Чоту. Он по жизни грязный, но так уж вышло. Пистолеты у нас только водяные, кстати. Радищики, мирные люди, понимаешь? А для борьбы со злом нужны бицепсы и что-то там еще. Ты срывал плакаты с пропагандой, это здорово, но пейганская машина пропаганды в ответ набрала обороты. Его люди устраивают временные центры для этого конвейера лжи и круглыми сутками гонят бредятину мина. Какой у нас план? Видишь это? Я все сам собрал. Думаешь, что-то хоть чем-то мне помог? Да куда там, сидел слюни пускал, толку от этого чувака ноль. Я прослушивал радиочастоты армии короля и нашел один из центров пропаганды. И мне нужно вывести его из строя. Сердца и умы, Аджай. Умы и сердца. Нельзя позволять Пейгану лить это дерьмо людям в уши. И что? Это остановит пропаганду? Нет, конечно нет, но не парься. Я смогу выслеживать новые центры пропаганды по мере их появления и говорить об этом тебе. А ты будешь делать то, что умеешь, надирать задницы этим засранцам. Разнеси первый центр. Вот, блин, эфир. Ну, спасибо, что пришел. Чё, ты сделай чаю? Да, быстро, твою ж мать. Да, это не отель, но мы делаем, что можем. Жарко? Кондёр включить? Чё, ты, а ну, руби кондёр. Да, прости, здесь и правда жарко. Какая херня давно. Прям Гуантанамо какая-то. Ну, рад встрече. Эй, мы снова с вами. Это Радио Свободный Керат, и я Раби Рейрана. У нас есть несколько вопросов от слушателей. Вот, например, вопрос от... Джанины, она пишет. Привет. Жесть. Так. Ты тут тоже появляешься. Да хоть тебе посмотреть, что ли. Пофоткать. Да убери ты с рожи эту хрень. Хе-хе-хе. Ты щуришься, морщишься. А ну еще раз делай так. Ох, нихрена ее заносят, все из-за тебя, небось, ты там сел на хвост. Ага, толстый, на себя видишь? Тебя ее несет вообще. Тихо-тихо-тихо, это аванпост. Она заметила. Так, вышку я забрал. Отлично. Прикинь, я вижу, короче, со стороны. Снимай, снимай. А не могу бегать с собой. Я умер. Нет, ты живой. Ну почти умер. А мне надо убить его с пистолета-пулемета, да? Подожди, вот он.
сфотографируешь тело сравненного врага. Шину на жопу швырнул. Кстати, жизнь снимает? Нет. Нет? Вот, блин. На жопу тебя там. Я главный герой. Главный хер. Ага, вот именно. Да блин, я бы в него нож швырнул, я нож приготовил. Сопровождение. Наверху безопасно. Ну, может, и не особо, но ты понял. Тут где-то должен быть гранатомет. О. Я попросил ребят одолжить его тебе в дорогу. Давай, залазись. Да, замей, да. Армия короля уничтожает наше духовное наследие. Вот он, Герасейга. Я был первый. Я был первый. Подожди, патроны так не сажай. Бог статуи без поручителей и лишних вопросов. Я спрыгнул. Я заметил. Ну что, укрепление? Раскачу на низкой скорости. Вот так мы в Керасе боремся с пробками. Как он объехал? А где патроны? 10 патронов. А патроны там, да хватит, на метр 35 еще. Все? Да. О. Ой. Ой. Попал. Чувак там прыгает. Поднимай. Ну, выстрелил, но никто не взорвался. Может быть, давай с этого берега просто всех отстрелим. Давай. Садись. Ты глушак поставил? Да. Как же снайперка без глушака? Главное, смотри, не стреляй в тех, кто рядом с кем-то, иначе начнется. Понятно. Я могу отплыть. Красавчик. Нормально, не заметили, не ссы. Они заметят, не ссы, я вижу. Ну, забирают этого. Забрал. Все. Молодца. Знаешь, ты переживал. Вас не заметили. Ну чё, иди плыви. Упал. Я видел. И вон, ух ты, их тут знаешь сколько? Я пока что вижу 4. А я их не вижу, почему? По 6 я укол вколол. Ну и чё? И укол, когда колешь, видишь всех животных. Сейчас колю. Вы не использовали взрывчатку. А ты что сделал? Убил так, что ли? Чего? Я стоял, укол себе делал. Я себе укол вколол. Стоял. А ты какой укол себе колол? Правый? Да. Только я не нажал, уже все, меня вылетело. Зажимаешь таб, мышку вправо и таб отпускаешь. А, пускай. А, вижу. А, вон она появилась, слева. Я уже забрал. А, забрал, все, молодец. Опустись. Тебя подбили, короче. Мне в нос дал. А не двигайся. Да спасибо. Все. А, слышишь? Это не я выстрелил, кстати. Да конечно. Так я не жал ничего.
Я вообще ничего не нажимал, тупо нажал. Слушай, зачем забираться, если можно сделать вот так? А вот сюда не пробовал? Он падает, говорит. Ты упал? Да. Ой, я упал. Только ты на всю. На четвертом этаже я упал. Я уже почти наверху. Все. Я на один этаж упал. Комната пусти. А я? Что, забраться мог? Ну, а ты умер? Я приземлился за тобой. Ну, потому что ты приземляешься, а текстуры лопасти прям в землю. А ну, лети вверх. Только не приземляйся. Полетели. Ух, край. Не расшатывай меня. А, кстати, 28 метров внизу. Да, лететь. Опускайся, опускайся. Люди, люди, куда ты? Да не ссы, компот. А я вижу. Мне так не очень удобно летать, потому что я не могу стрелять. Так ты поднимись, забраться сможешь? Да. Ух ты, круто. Давай. Залез? Да. Классно. Сиди, 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 сиди. А! Без вертолета! Убил вертолет, пешком бегать. Да ничего, сдохнем раз. На лодку садись, я поплыл так. Рыба тебе не нужна, кстати? Уже открыл? Давно. Я как раз на камушек присел. Тебя видят справа. Все, больше не увидят. Я пойду на крышу закинуть. Так, один в доме, давай, левый, правый. Готов? 3, 2, 1. Что за... Твой домашний, тот, вон он. Ну или мой. В прыжке хочу его. Да не надо, зачем? Черт, тут нет ничего. Сейчас камень укину. Не ждите, пока вас прикончат. Ищите. Но больше никого не вижу. Он здесь, точно. Чё-то, чё-то. Прикольно, они тут спят, блин, на весу. Вообще жара. Ну это глюк вообще такой нереальный. Я тут под ними хожу. Ну, ладно. Тихо, тихо, какой-то курьер. Тихо, остановись. Чувак, он просто плавает на машине. Глянь, что нашел. На воздушной подушке. Катя. Да ты подруга. Да? По суше? Классно. Полетели. Какую-то птицу сбил. Бля, ну вообще можно всю игру на нем реально пройти. Да, ну на вертолете можно. Оп-оп. Бля, прилетел уже. А ты можешь со мной садиться? Я не знаю. Давай, да, садим. Она большая. Да, она большая, длинная. Сейчас я к тебе бегу. Кайф. Ой, а забор она не сбивает. Она так неуправляемая, она с заносом. Ну, а шла воздушная подушка, конечно, с заносом. Да. Лучше по дороге поехать. Да, ё-моё. Да, да. Вот это кайф. Поехал. А где я? Я так и не сел. Я вижу, читер. Ты че? Она не управляемая, она даже не крутится. Налево. Ее развернуть, она вообще не разворачивается. Телефон. На ней ты хотел, короче, всю карту открыть, но на... Блин, трава еще прогибается, а ну прокатайся.
класс. Да она не вообще. Еще. Считай это ты бочком, бочком, давай бочком. Тут аванпост, смотри, аккуратно, 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 блядь, стой. Я спрыгиваю с него нахер. Этот же едет, как сука. Меня не увидели. Я его забрал. Он меня не увидел, а тебя он увидел. Иди ко мне, братишка, иди ко мне, маленький, иди, 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 иди. Покажу, как надо с ними бороться. Пошли. Плохие дяди, плохие. Ну и где? Подожди, 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 иди, 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 иди. Замедленном действии. Ты это посмотришь, блядь, просто слон его сносит, и еще эта заставка включается. Все это в замедленном действии. Неделя мода. Носорога. А слон пошел купаться, блядь. Пускай он плавает, блядь. Классно. И кинься за вот эти ограждения. Ой-ой-ой. Понятно. Только с... Он за ограждение снес. Понятно. О! Живи, живи, живи. 15 секунд. Я тебя снял. На помощь! Помогите! Интересно, вокруг камня надо бить, этим камнем не может снести. О, ясно. Машину это не в тему. Он камни не может снести. Пипец. Что сейчас? Убивай его. Ты можешь стрелять? Я стреляю в него, отставь. На здорово! Да, было бы так в жизни, ага. На здорово! Оро! Меня что-то он снес вообще, я на машину сел, я думал машину не снимет. Не-не-не, машину снимают. Ты много слышал о тамошних удобствах? Хорош. Да, я нашел. Далеко, да? Не. Что-то тут закрылось. Что тут закрыто-то? Нормально. Открывай. Камень там уебался. У меня тут носорог атакует. Он убежал. Ты дурак! Да не специально, но это ж у меня сняли карму лисы. Минус 3. Да это лаги, братан, я не могу мышку повернуть. Он не проиграет! Тебя что, увидели, что ли? Ага, через сверху. А, есть подкрепление, чувак. Пользоваться. Тебе бежит. А, все. Ура. Одни гранаты, да? Да, решили все проблемы разом. Ой. Вот это. Взрываем.
Алло. Аджай, я вычислил еще один центр пропаганды. Так что давай делай, что ты там обычно делаешь. Порви их. Лови координаты. Случайный вопрос. Биты используешь? Боюсь себе представить, что вот там еще. У тебя в промежности творится. Нет, я серьезно. Небось, чешется все так, что на стенку лезет, да? А чистая промежность — это очень важно для борьбы со злом. Мне что, опять принесло, да? Ну, прости, друг. Ну, а ты пойми же, ты же мне не чужой. Я переживаю, какую еду ты ешь, какой бумагой задницу вытираешь. Это важно, чувак. Так, закройся. Удачи. Удачи тебе с пропагандой. Что такое? Он реально снимает. Пипец, они снимают за секунду. Все, уничтожим. Выступ на стене, выписано. Я тебе рожу отстрелю. Конечно, да. Иди на вот эту маску, я возьму эту маску. Погнали. Ты умрёшь, что? Фу, ты опять это дерьмо ссыл. Пойду под дыру. Я тебя прикрыл. О! Королевский груз. Чувак. Да что ж такое? Есть. О, надо снять все блоки. И все. Давай аккуратно. Да за... Какой огонь? Да тишина, не с... я не огнем стрельну, а простым. Угу. Тут у меня двое рядом. Заберу их сейчас. Красиво. Тебя заметили, а? Нет. У меня без была замечена, парник. А, вот, да. Выходи, дай я. Забрал. Остался один. А я убил. Замечен, но тревога не подняла. Да. Я двоих так красиво собрал. Прям в ряд описали две головы подряд. Итак, парни, смотрите, вот. ФПС вверху слева, вот мы бегаем с напарничком по лесу. ФПС не падает, настройки те же, как я делал в видео. Даже покажу. Разрешение Full HD, 144 герцовка, вертикалка выключена, настройки максимальный угол обзора и качество. Текстуры высоко, тень высоко, геометрия высоко. Все остальное вот только сглаживание выключил, мне как-то не очень приятно. Все остальное, как я и настраивал видео, смотрим на FPS, то есть очень все приятно работает, картинка, никаких лагов, тормозов, мышка также отчетливо все. Играйте с максимальными настройками. Ну подберите, конечно, под свою конфигурацию своего компьютера, и все будет нормально. Ну что? Да, я уже отметил, подбирайся. Да я вижу, шустрый. Как меня заметили-то? Блядь. Вот ты чувак, вообще! Ну как ты умудрился? А ты что, не видишь, что индикатор показывает? Показывает, да. А он так быстро поднялся, что я охренел. А то ж тебя снайпер увидел. Наверху, наверху! На каком верху? У-ху! Ой, высоко, высоко, высоко. Братишка, прикрой меня. Братан, ты где? Да достали. Чувак, ты где? Блядь. Чувак. Чувак. Заебали. Чувак, ты заебал, где ты? О, свою тачку разбомбили, красавцы вообще. О-хо-хо, меня тут снимают с одного патрона. Тут, по-моему, по мне тут снарядами хорошо подработали, блядь. В
клавиатура отрубилась, хер, не знаю. Пишешь, да, пишешь? Да вот, ты, блядь, я стоял, блядь, там умирал, ты стоял, хуйню страдал. Хуйню. Правильно, у меня клавиатура перестала работать. Лошара, блядь, подвел, как вот так вот я в бой брать. О, Аляня, а мы прям тут, нифига прикольно. Я ж сохранился тут. Стой, что за хрень у меня едет? Не слази. Я убил курьера, подожди. Ты будешь мешать. И ты тоже. Но я могу снять вот ближайшего, он автомат. Вот этого? Ты хоть предупреждай, я тоже не стрелял. Ой, я лучше дальнего уберу. Да я дальнего уже. Я ебал. Хорош. Так, я охрану, подожди, заберу. Секундочку. Ну давай левую, я право. Да, а там еще один сидит, стой. А, да, не надо, стой, не трогай. Один спит, подожди, мы можем их забрать. Один спит. Вот я могу забрать лучника. Вот этого что ли? Блять. А хотя. Ну я не вижу голову. А, ладно. Все, хорош. В том же духе. И скоро. Ты такой простой вышел. Что это такое? Да. Блин, да я не прицелюсь. Ага, ну, видишь, как он икает, когда ты слева? Да. А. Ой. Я что, застрял? Да уж. Ох ты. Что это такое? Какое? А, это миссию делал. Я нажимаю, присадиться. А ты не сможешь здесь сесть. Он не сядет здесь. Это что за хрень? Садись. Сломали мы его. Ты ж любитель нас ветки обтесать. Чиним нашу малышку. Хе-хе-хе. Погнали. О, бежи. Да бежи. Да свину догнать. Ну, блин, чё ж ты такая быстрая, а? Иди сюда. Ну чё она не палится? Я с горелки её палю. О! Бля. А, ну сколько шкур дадут? Испорченная шкура. Понятно. Ну чё, под мостом, что ли? Да, она на мосту. Ой, у меня тут такого. Она на самом мосту, понял? На выступе сбоку. Меня курица съела. Ооо. Какая-то курица. Че у тебя там за курица сожрала, лошара ты? Рыба какая-то. А, я просто кушаю. А, понятно. Короче, жрешь и играешь. И меня жрут. Да уж. Там человек, блин, дурик. Мультиубийство было. Ой, давай. Да, блин, что за... Спасибо! Что это было? А зачем ты посадил ее непонятно куда? Она ломается, когда сажаешь. Не садись больше за вертолет, он тебя нахер. А пошли они в жопу. Да, жди меня. Хорош, пошли. Пробежечка. Под 75 FPS. Нормально так. Так, слон, никуда не уходи. Орел. Нет орла. Погиб ключевой персонаж. Что это было? Короче, ключевой персонаж это шляпа. Ну вот поехали на этом. А че он не катается? Вроде машина. Нормально было бы. Это не машина. Да. Вот так вот такой бронебойный. Поднять так. Черра, ты куда бежишь? Да подожди, я подъехал бы. На чем? Садись. Куда? Не на машине. Вот ты понял, да? Я на тачке. Я вижу, ты прыгаешь. Да походу понял, в сети не синхронизируются машины персонажей. Если, короче, мы вместе до нее не добежали, то есть машина не стационарная, а которая генерируется, ну, этими персонажами карты. Ну, ты понял, да, эту фишку? Ну, короче, давай, сейчас заберу. Там найду тачку, приеду за тобой. Замечен напарник. Чё ты там мутишь? Да, тут три машины боевых едут. Ой-ой-ой, братишка. По меня поднять. Да сейчас, я сам тут умираю. Да тебе в жопу, блин. Ты мог бы меня поднять, вместе бы вы убили, а? Да то я прикрывался машиной, да, когда да, наехала, да. Я за ней шел. Чего-чего? Я и пастырь, и козлище. Я соберу Елунга из Кускова, что рассеял Банашур по всей земле. Я вырву лотосы и на
и наделю их копытами, дабы ходили они, козел. Ну, убирай его. Все. Спасибо. Пожалуйста. Спас меня. Спасибо. Есть. Че есть? У меня такой есть, и все, и замолчал. Собака, иди нахрен. Вот эти лучи. Прям такая кайф, красота. Красота, да. Ну понятно, что красота. ФПС, конечно, бывает жил. Да. Блять, он прям в упоре был, прикинь. Ну а что ж ты? Забирай тревожника. Все. Ну я забрал. Все сетевая. Глючная. Классно. Что за бред? Че, поехали? А, о. Да, сквозь машину два патрона пролетело. Ля-ля-ля, тип стоит. Да это свой. Чувак, тебе плохо. Пошел вышку, наверное, освобождать, бреванул. О, я заснял. Я заснял. Бедный тип стоит, блюет, ты его фоткаешь. Ну что это за изверг, а? Человеку плохо. Да, я хочу посмотреть. Джай, друг мой, надеюсь, все в порядке. Да, надеюсь. Вы только теряете жизни ваших людей. Ну не упади. Дай, и убийство прекратится. О, бутылку достал, прикинь. И Пэган приведет Керанрад в новую эру. Поблевал, бутылку достал, жизнь прекрасна. Да, зарит вас, ничего себе. Да, выпьем за это. И твои слова, о да, прям в тему. О, у меня к тебе телепортнуло, нифига себе. А чё ты не полетел? А зачем? Ой! Я почти в дерево. Хорош, хорош. Я сзади тебя. А, вот она. Королевский груз. Ну, к нам едет, погнали заберем. А чё он стоит, этот королевский груз, вечно? Смотри. А далеко нам ехать? А я их не вижу вообще. Машину не видишь? Нет, пробегаю сквозь тачки. Где? Ну вот я вообще с другой стороны. Вот так тебе бегу. Вот, а по дороге бегу. А, в натуре. Ну лаги, короче. Тогда взрываем, сейчас я взорву её. Мне даже не показано, куда я ехал. Отойди. А ты попадешь вообще? Ты видишь ее? Не вижу, но брошу гранату, посмотрим, что будет. Нет, не туда, дальше. Вот туда, дальше. Да дальше. Попал. Еще. Нифига. Ой, люди. Все. Тут не убей меня. Эй, ты, блин. А хотя полетели. Все, полетели. Куда? Я на цепи буду лететь, давай. Жалко, стрелять нельзя. Ну полетели, давай. Да не шатай меня, дебил! Да я не шатаю, слышишь? Я чё, специально, что ли? Сейчас я... Попить тебя. Ой. Ты так пролетел около моей гранатки. Поднимай свою жопу. Как он пролетел сквозь? Дохни, жду. Нет, нет. Хера себе взорвало. Ну это ж я с гранатомета. Ты... О, раскрылся. Кривой какой-то. Да лети на точку. О, ты вижу, я выжил. Выше. Вон прямо аванпост. Приземляйся левее. Ну надо раскрываться, ну его нахер. Ну ты ж лошара. Слышь, я как раз таки сейчас чётенько. Прям чётенько-чётенько сел. Это ты, лошара. Куда? Я на плакат прям сел. Я скатился с горы. Умер, что ли? Нет, живой. Как раз с горы скатился. Побежать. Нет, кайф. Ноги! Тя! Он же, да, он же Джет Ли. Брюс Ли, Джет Ли, Джеки Чан. Да, тут вот. GPS я нашел. Хурлопан. Минус. Подожди ты со своими минусами, я тут на красивой тачке еду. С цветочками.
Сейчас они все охренеют. Да блин, эти надписи, ну натуре никакого нет. Блин, вылазит вообще не в тему. Вот что, что это было? Тебя заметили, блин. Не вижу. Ну все. Красиво. Ля, у меня жевательные резинки всякие появились. Слышь, а что это такое, GPS? А, господи, это продать. Фашара! Я затупил вообще жестко. Жевательные резинки, говорит. Что за GPS? Я нашел GPS. Да.